Всем привет, дорогие друзья, с вами Мордасан. Итак, это Том Клэнси на Rainbow Six Siege. Осада. Компания Ubisoft любезно предоставила всем игрокам бесплатные выходные в этой игре. То есть игра сама платная. Зайдя на сайт Ubisoft, зарегистрировавшись, скачав игру, можно в эти выходные было в нее поиграть. Я, конечно, немножко поздновато об этом узнал. И как бы хотел, честно говоря, стрим провести, но так как я стрим еще ни разу толком не проводил и даже не пробовал, то это много времени у меня займет, настройки, все дела. Вот решил просто несколько видосиков, может быть, записать. Может, один, два, не знаю, как получится. По этой игре пока еще бесплатные выходные, вот несколько часов осталось до конца воскресенья. Давайте начинаем. Кто раньше играл в эту игру, Tom Clancy и Rainbow Six, то ничего как бы общего от этого особо не осталось. Игра стала чисто онлайновая, то есть никакой одиночной игры, никакой одиночной миссии там не стало. Только онлайн. То есть играют 5 на 5, насколько я понимаю. Ну, туда я сразу не полезу, конечно, что там убить, как говорится. Я еще нифига не играл. Ну, вот нам предлагают операции, сетевая игра и антитеррор. Всем рекомендую пройти сначала обучение. Обучение я прошел, получил там, по-моему, за каждое обучение дается, по-моему, по 200 вот жетончиков. На эти жетоны покупаете оперативников, выбираете оперативников. Ну вот, можно разблокировать оперативников. Список оперативников идет. Я пока себе разблокировал, так, кого я, по-моему, спецназ российский. Так, все, нажмем. Ага, вот список появляется. Название подразделения справа. История подразделения, в каком году организована, эмблема. Тут как бы функции их. Я, видимо, показываю, что у них есть, не пойму я пока. Так, вот я российского спецназа активировал, и пока я его. Хотя вот уже накопил немножко, потом, наверное, может другого разблокирую. Так, ну что, перед началом, чтобы лезть в сетевую игру, все-таки вот желательно еще пройти операции. Операции позволят обучиться основам игры, завершать их, чтобы разблокировать новые операции и получить награды. Так, вот видите, я одну уже прошел, это профпригодность. Так, звездочка, видимо, что значит на троечку я прошел, что ли? А, ну вот, цели. Выполнить задачу, здоровье, так, двух врагов, ага. Понял, голову я не сделал, 4, значит, я не сделал. Там вот вилочка одна. Так, всего операции 10. Давайте вторую, мнимый покой. Посмотрим. Так, играю я на обычном. Лос-Анджелес, США. Если ваша задача эвакуировать цель, медлить нельзя. Проникнув в укрепленное помещение, действуйте оперативно. Иначе не успеете вывести заложника. Для проникновения создавайте бреши. Постарайтесь не нанести вред гражданскому. Пробивные заряды позволят получить тактическое преимущество, устранить противника и спасти цель. Обеспечив защиту цели, идите к точке эвакуации. Устраняйте всех, кто рискнет помешать вам. Удачи! Удачи вам на вашей даче, как говорится. В общем, наша задача освободить заложника, не повредив его. Цель найдена. Займитесь эвакуацией заложника. Так, задача — убейте ослепленного врага одного, еще что-то два разрушаемые, не успел прочитать, что там стены, видимо, спасти заложника. Так, немножко я с управлением тут разобрался уже. Оп, вижу. И он меня сразу видит. Оп. Ну, в общем, ребята, игра стала похожа на Counter-Strike, чем... Ой-ой-ой! Блин! Все оперативники мертвы. Шустро. Главное, все верные мертвы, хотя, в принципе, я был один. Вот повтор идет. Когда я собирался кинуть гранату, он уже сам подошел. Здорово. Так, повтор, конечно, сразу. Не будем терять время. Цель найдена. Займитесь эвакуацией заложника. Где он там? Есть! Один есть.
короче, некоторые стены можно разрушать. Я смотрел ролик. В обучающем ролике рассказывали. Так, значит, типа не можешь залезть, что ли? Да ну. Оп! Ай-яй-яй-яй-яй! Гоу! Так, 25 хп у меня всего осталось. Маловато, блин. Так, как разрушать их, интересно? Блин, хоть подсказки были какие-то были, я вот не знаю. Так, что такое у нас 8? Фиг знает. А 6? А, 6 это сканер, да? По-моему. Ну-ка. О, смотрите, какая штука прикольная есть. Я могу пробежаться по помещению, так, раз, два. Так, сейчас так кто может залезть, да? А вон я. Так, сориентироваться, значит. Ага. Так, один здесь, значит, будет у нас. Второй. Ладно, разберемся. Куда ты? Так, как его как бы забрать? X, что ли? Не пойму. Нет. На, все, понял. Оп! Нормально. Наверху был. Кстати, время еще капает наверху. Смотрите, таймер. Так, один сразу здесь, да, будет. Есть. Так, где второй, что я как-то... Прозевал. Так, гаражик у нас. Так, времени мало, надо бежать. Опа. Шумовая, блин. Ничего не вижу, ничего не вижу. Так, конечно, нубасю я по-черному, блин. Наверху получается. Что, двигать никак, что ли? Да ну. Не понял юмора. Где все? Так, поднялся я там, да? Это у нас холл. Так. О, блин! Все оперативники мертвы. Пипец. Завалили меня в очередной раз. Не, прикольно, конечно. Повторчик. Немножко все мультяшно как-то, конечно. Непривычно, но интересно попробовать. Так, повтор, конечно. О,
Блин, как он резко выскочил, а? Завалил его. Хорошо. Ты этого завалил. Так, и... Ой-ой-ой-ой, кинул опять, зараза. Блин. Я ждал этого. Так, наверху у нас осталось. Чего? Блин, как бы его завалить, а? Аккуратно. Так, надо вывести, Ф. Веду заложника. Приступайте к эвакуации гражданского. Враг приближается. Охраняйте цель. Держитесь рядом. Зараза, убежал. Ой! Воу! Тихо. Есть. Еще есть желающие, нет? Сука, стреляют. Есть? Не отставайте. Оп, готово. Отлично, жертва спасена. Ну, хоть что-то сделал. Такие, конечно, мультяшные истории в журнале «Ералаш». Так, что я сделал? Убил одного ослепленного противника и все, по-моему, да? Так, нифига, не разобрался, как взрывать стены. Честно говоря, так. Так, ладно, следующая операция. Постепенно что-нибудь научимся. По нашим данным, противник хочет взорвать важный объект. Постарайтесь выбрать безопасную точку входа, избежать боя с противником и добраться до заряда в кратчайшие сроки. Чтобы сэкономить драгоценное время, попробуйте найти применение канату. Понял. Достигнув ключевой точки, начинайте отключение взрывного устройства. Вам выдали деактиватор. Его следует установить возле заряда. Держите оборону до завершения работы деактиватора. Цель — обезвредить взрывчатку. Так, в этом здании, видимо, да? Нифига, какой я бронированный бегу тут. Ага. Так, незаметно надо залезть, да? Стены, интересно, пробиваются ногами? Нет, эти нет. Надо найти стену, которая... Так, канат я уже умею кидать. Я уже пробовал в первой миссии. Так, окно, да? А если мне в окно попробовать залезть? Так. О! Так, посмотрим, где можно залезть. Как же он тяжело бегает, а, бронирован. Правильно, он как-то наподобие как сапера будет. А, во, кстати. Погоди, а что, нельзя, что ли, мне канат бросить? Так, наверх я не могу залезть, да? Так, стекло разбитое. Блин.
Враг там был. Блин, а чё вот так вот нельзя зацепиться за канаты и спуститься по веревке вниз? Интересно. Фигню какую-то придумали, да, блин? Мультяшную. Так. Ещё где мне спускаться? Так, зона вон там, да, у нас? А, вот еще одна есть штука, тихо. Еще один готов. Хорошо. А, во-во-во. Давай-давай. Класс. Другое дело. Блин, не буду туда пробраться. Только не знаю как. Так, а ну-ка. Поехали, дружок. Вау! Прикрою сейчас, да. Прикрыл? Я думаю, да. Ну, конечно, я нашумел бы. Так, вот здесь укрепленная стена. Вот эти фишки обозначают укрепленная стена с той стороны. Сука! Офигеть! Звери! О, все! Команда ликвидирована. Так, еще одна попытка. Разобрался я, как взрывать стены. Вот цифру 3 видите на панели внизу, где панель оружия. Цифра 3 это и взрывать стены. Так, одна из задач у меня, значит, убить через препятствие разрушаемое. Ну, примерно где-то здесь он сидит. Есть. Есть. Есть, лежит. Ладно, прикол, стреляешь, стреляешь, никто к тебе не бежит. Всем по барабану. Так, вот там у нас заряд, да? Так, но прежде чем туда идти... Блин, я думаю, надо разобраться с этими гавриками. Вот здесь они. Вон там сидят. Так, домовую. Раз. Два. Там еще один. Нельзя вставать, да? Отлично. Какой-то сталкер, блин, террорист. Ха-ха. Все, да? А, вот, укрепленного еще, да? А, это люк. Люк, люк, люк. Тут что у нас? А так не ломается? Экватор потерян. Верните его. Понял. Деактиватор получен. Нужно обезвредить взрывчатку. На что ты говоришь? Так, они здесь сидят, да? Ноги. Да ё-моё, ноги! Тихо. Есть. Вот ведь там еще есть по-любому. Давай, 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 давай. Деактиватор работает. Ждите противника. Ждем. Идет. Остается 45 секунд. Ну,
Осторожно, Юрик! Ай! Деактивация через полминуты. Ёп! Сука! Как я не убил тебя? Убил. Фу. Остается 15 секунд. Заходи. Еще чуть-чуть, блин. 5 секунд до деактивации заряда. Раз, два, три, четыре, пять. Мы обезвредили взрывчатку. Зато меня завалили, по-моему. Главное задание выполнил. Остальное ерунда, что меня убили, да? Так, не дайте врагу добраться, это я сделал, а? Ага. Так, очков слава 249. Какой-то бонус здесь капает. Непонятно, что это за бонус. Так, ладно, следующая операция. Икар приземлился. Хитро в Англии. Своего рода реклама. Случайные жертвы, высокая степень угрозы, проблемы противодействия. Факторов, играющих им на руку, уйма. Успех такой атаки позволит противнику привлечь к себе внимание. Вам же придется работать в минимально комфортных условиях. Функция наклона, понятно. Это я подобные знаю. Задания, конек оперативника Эш. Эш. Применение пробивных снарядов позволит держать ситуацию под контролем. Понятно. Короче, стрельба... Противник должен быть уничтожен. Должен, значит, будет, раз должен. Назад. Так, и далее оттуда, да? Насколько я понял. Один человек? Нифига. Лихо. Так, лестница еще наверх есть, да? Показалось? Ты где не все? На втором ярусе? Полнение, понял. О! Да, ну что ты говоришь? Малорик чё? И где ты? Так. 8 осталось. Блин, краяшку размазала ему. Так, второй ярус. Ну подождите, я еще первый. Не все исследовал. А блин, сколько здесь помещений, а? Ребят. Оп. Двигай! Сука. Слышу шаги. Заходи.
Еще один идет. И? Болван сидит задом ко мне. Ну что такое? Ботик. Осталось пятеро. Это уже легче. Намного при том. Так. Никого. Так, все остальные, значит, наверху. Сам не вижу. Вау! Группа нейтрализована. Вот зря я побежал, наверное, да. Так, очередная попытка. Попробую здесь. Специально оставил один заряд, и всего два у меня дается. Так, а там, ну да, я, по-моему, разрушить две стены. Так. Сделал. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Ну, так, двое осталось. Ух ты! Все. Победа. Противник нейтрализован. Здорово, наконец-то. Операция завершена. Почему-то я за ВБА и СВАТ играл, но это просто, видимо, обучение, ясно. Так, очков славы 240. Так, так, так. Следующий шанс на миллион. Устраните подрывника и эвакуируйте заложника. За 7 минут убейте подрывника выстрелом в голову. Ага, лихо. Так, вот я здорово сделал. Икар приземлился на все три троечки. Вот все три звездочки собрал. Это было, в принципе, не так уж сложно, но не с первого раза, не с первого. Так, давайте еще шанс на миллион. Так, обычный. Как интересно, на реалистичном играет, она вообще, наверное. Внимание, захвачен заложник. На одном из врагов пояс смертника. Устраните противника выстрелом в голову. Вариант у вас всего один. Понятно. Для устранения противников оперативник Гласк использует снайперскую винтовку с глушителем и усовершенствованным прицелом. Обнаружив гражданского, начинайте эвакуацию. Используйте дымовые шашки, чтобы противник не заметил вас. Все ясно, понятно. Цель найдена. Займитесь эвакуацией заложника.
Так, несколько человек перебил, хотя бы мне этого еще. Так называемого подрывника замочить. В голову, блин. Сучары, а? Это был не он. Это был не он. Гранат, что-то поздновато. Выходи, подрывник. Готово. Живой что ли еще? Там. Так. Зараза такой, а? Оп, вижу. Так, очередная попытка пройти это место. Попробую. Стреляешь, не пойму, а? Не успел гранату кинуть, это хорошо. Есть. Ух ты, здесь колючка какая. Бля, хп мне выносят, зараза. Все, нет? Так, вроде все. Так, пополняем запас. Для начала. Да сейчас, погоди, не умоляй так. Прям умоляю, давай. Вывожу заложников. Приступайте к эвакуации гражданского. Враг приближается. Охраняйте цель. Блин, здесь не выйти, понятно. Скорее. Вперед. Блин, а? Как туда пролезть, а? Искать. Да кого искать? Он с нами, пошел с нами. Заложника. Блин, я думал, можно бросить его это. А что, нельзя пушку поменять? Во, мне надо пушку поменять. Тихо, где они там? Не пойму, подожди. Видишь, ты шумовой заколебал. Специально выманивают, а ведь? Черты. Блин, 5 хп мало оставили. Ироды. Так, один минус один, то есть, хотел сказать.
А вот он сидит, блин. На погрузчике сидел. Сволочуга. Все, нет, интересно. Я думаю, что не все, конечно, но... Ладно. Заложник у меня. Пошли. Есть, наконец-то. Мы спасли заложника. Да ну. Так, очередная операция завершена. Так, очки славы, так называемые. Очки опыта, да? Продолжайте игру, чтобы разблокировать дополнительные устройства с помощью очков славы. Ну, понятно. Так, ну вот, ребята, прошел я 5 операций. Я думаю, для этого видео вполне хватит. Если успею, еще 5 сделаю. С вами, как обычно, был Мурзасан. Не забывайте про лайки, про комментарии, про кнопочку поделиться этим видео в своих социальных сетях. Всем удачи и всем пока!